Глава района поздравил с наступающим Новым годом жителей Черноморского городского поселения. Адам Джерим напомнил, что этот праздник всегда встречает с радостью вся страна. С ним связаны самые светлые и добрые чувства, отметил он. Чтобы побольше было позитива в следующем году, чтобы побольше было хороших новостей, чтобы каждый на своем месте также вносил свою лепту для того, чтобы в общем и жизнь и в районе, и на Кубани, и в стране была на самом деле цветущей, потому что нам с вами повезло, мы родились и живем на Кубани, на благодатной земле, и грех жаловаться, что Кубань и район наш очень, я вам скажу, по-доброму, по-хорошему, можно сказать, что самый благодатный край. Праздничная встреча открылась шуточной танцевальной композицией. Ее подготовили артисты Черноморского дома культуры в качестве творческого подарка гостям новогоднего огонька. Кульминацией вечера стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Эти сказочные персонажи давно стали символом радостных ожиданий и светлых надежд. С Новым годом! С новым счастьем! По дороге по широкой, по заснеженным полям я спешил сегодня к вам. В завершении вечера глава района еще раз обратился к жителям поселения. Пожелал плодотворной работы, здоровья, благополучия, мира и радости, а также успешной реализации всех намеченных планов и идей.